теперь начинаем под рычагами, под ногами. Все, начинаем. Ничего страшного, не надо кричать по пальцам. Так, видишь, надо сбавить уровень. Не трогаем. Все, теперь в обратную сторону. Вечером сели. Поехали. Сейчас сбавляем, постоянно сбавляем. Каждый раз сбавляем. Нет, ко мне. Нет, вот так. Вот тут смотри. Я хочу сказать, что надо поезжать. Как это звучит? Не глядя выставляем. Вот, уже раскатала. Так. В обратную сторону не сбавляем. В одну сторону не сбавляем. Иначе просто если мы резко будем сбавлять, мы порвем тесто. Сбавляй. Видимо, где-то все-таки эти осавалики. Так, теперь смотрите. Значит, если мы так будем раскатывать, у нас будет длинная, длинная и узкая. А нам же надо, чтобы как можно шире, так? Вот большой, хороший бок. Поэтому мы развернули. Нет, ко мне сбавляется. Двумя руками. Вот так вот. Полос. Сильно не нажимаешь. Да, у тебя будет. Если ты начинаешь. Переворачивай. Еще раз. Ну туда немножко прогони. Она же не кусается. А зачем можно было сбавлять? Это девочница. Так, еще раз проверяем. Так, надо. Мне кажется, лучше разворачиваем. Можно перевернуть, если хочешь, не проблема. Не надо, оно уже теперь уже все. Уже оно довольно большой кусок, и он все равно и по ширине раскатывается. Марион, что катаете? Пельмени. Пельмени? Надо подсыпать. Кусок теста поменьше надо пришли. Нет, хороший кусок теста, даже больше можно. Да? Да. Еще выход, вы тебя не вышли до конца. Сейчас выйдет, да? А пусть оно туда и катится, это специально для этого. Правильно, пустить надо. Еще? Смотрите, какой он толщины надо, такой раскатываем. Так, теперь еще выкатываем туда до конца. Так, теперь сейчас выйдете сюда, и я покажу, что делать дальше. Достаточно, да? Да, достаточно. Так, давай. Укатываем туда. Все туда укатываем. Ну, это еще машина перерабатывается. Ничего страшного. Подожди, Что там размер выставили? Сюда еще. Повыше. Заметили размер? Размер какой? Сочный, чтобы одинаковые были. Размер какой? Заметили. Вот тут стоит риска. Видно сколько. Вот. А, вот. Однерочка. Хорошо. Сочный будет все одинаковые. Да. Все, давай сюда ем. Теперь ко мне тогда ем. Все. Ко мне. Все ко мне. Я скажу, когда остановиться. Стоп. Назад уедь. Отъедь назад еще. Хорошая.
Так, теперь поехала на меня. Пойдемте работать. Ну, понравилось. Да. Вообще, пельмени не были так сами, да? Мы еще бы сами были так. Я ждала. Прям вот на звук. Чудо было. Сама пила. Она пельмени была пища. Пальчиком вот здесь трогаешь, вот. Слышишь меня? Стоишь, пальчиком приучаешь, чтобы минимум было отходов. Так, еще вот смотрите, что-то. То есть, когда ты делаешь, у меня например, не закусилось. Я делаю со сдвигом. То есть, нет. В сторону. Да, в сторону. И они очень хорошо отходят. Видишь, у меня сил не хватает, у меня рука слабая. Понятно, давайте, выключаем. Вы их раскрывайте все равно. Вы срезали, раскрывайте, ладно? Твоя да, слипшиеся, что вот эти, чтобы одинаково красивые. Все, раскрываю. Два часа. Давайте теперь.